Назарович стал кандидатом в космонавты и сможет полететь на Луну. Уникальный шанс получил 28-летний Кирилл Песков. Заявки в Роскосмос отправили 420 человек, а вот предложение продолжить обучение получили только 8 жителей страны, среди которых и наш земляк. Молодой человек родился и вырос в Назарове, окончил Ульяновский институт гражданской авиации и несколько лет был пилотом пассажирского самолета. Сейчас Кирилл готовится переехать в Москву. Занятия в Роскосмосе начнутся уже осенью. Подготовка займет около 2 лет. Кандидаты, которые после всех экзаменов станут космонавтами, будут работать по программе МКС и, возможно, станут первыми россиянами, которые полетят на Луну. Ну, я начал бегать, плавать, там, потому что физические нормативы нужно было сдавать. Работая в гражданской авиации, физкультура там и не пахнет. Просто либо сидишь, либо лежишь там. Сидишь, пока летишь в самолете, а лежишь, пока спишь в гостинице. Интересная каруселька, когда тебя прижимает к креслу, и ты прям чувствуешь, как все твое нутро прилипает к этой спинке. Военные летчики это проходят раз в 3 года, а гражданские это вообще, в принципе, к этому не имеет отношения никакого.